Всем привет! С вами Лима Мьюзик. Сегодня я покажу, как играть на пианино очень легкую мелодию из «Лебединого озера». Вначале я сыграю всю мелодию полностью, а затем я разберу ее медленно и подробно по кусочкам. Перед тем, как начать обучение, обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видеоуроки. Рассмотрим медленно первый кусочек в правой руке. Находим две черные клавиши, после них будет белая клавиша нота ми второй октавы. Дальше мы переходим на ноту ля и играем подряд по белым клавишам до ноты ми, с которой мы начинали. Играем си, до. Ре, ми. После этого играем две ноты. До, ми. И еще раз их повторяем. До, ми. Сейчас покажу, какими пальцами мы будем играть мелодию в правой руке. Начинаем с пятого пальца с ноты ми. Затем первый палец выкладываем на ля. И у нас получается 5 белых клавиш подряд и 5 пальцев подряд. То есть мы используем все пальцы по очереди. Первый мы взяли, потом второй на си, третий на до, четвертый на ре, пятый на ми. Затем третьим играем до, пятым ми. И еще раз повторяем эти две ноты. Третьим до, пятым ми. Сейчас покажу ритм к первому кусочку. Мы должны задержаться на первой ноте ми. Длительная остановка. Дальше играем быстро 4 ноты. Раз, два, три, четыре, пять. Стремимся к пятой. На ней у нас остановка. Опять на ноте ми. Дальше у нас две ноты до ми. Мы играем до быстро. Стремимся к ми. До ми. Остановились. И еще раз. До ми. То есть у нас все время остановка в этом кусочке на ноте ми. Очень легко запомнить. Сейчас сыграю с движением, что получилось в правой в первом кусочке. Если вам нравятся мои видеоуроки и вы хотите поддержать мой канал, тогда переходите по первой ссылке в описании под этим видео. Буду благодарна каждому за поддержку канала. Рассматриваем к первому кусочку левую руку. Находим три черные клавиши. После второй из них будет белая клавиша нота ля, малой октавы. От нее начинаем строить аккорд. Добавляем ноту до и ноту ми. Мы пропустили по одной белой клавише между нужными нотами. Берем аккорд вместе. Это первый аккорд. Чтобы построить второй аккорд, мы должны вот эти две ноты передвинуть на одну клавишу выше. Первую ноту ля мы не трогаем. И у нас получилось ля, ре, фа. Это второй аккорд. Затем нам нужно будет опять вернуться к первому аккорду. Передвигаем эти две ноты обратно. И играем первый аккорд еще три раза. Раз, два, три. Сейчас покажу пальцы к аккордам в левой руке. Первый аккорд мы будем играть такими пальцами. Пятый внизу, третий на ноте до, первый на ми. Второй аккорд мы играем такими пальцами. Пятый внизу, второй на ре, первый на фа.
берем вместе. И у нас получается так. Первый аккорд, второй и три раза первый. Левую выучили. Соединяем правую и левую в первом кусочке. Первую ноту ми и первый аккорд берем вместе. Вторую ноту и второй аккорд берем тоже вместе. Играет правая. Опять на ноту ми мы берем первый аккорд. До отдельно. На ми первый аккорд. До отдельно. На ми первый аккорд. То есть у нас всегда с нотой ми совпадает первый аккорд в левой руке. Сейчас сыграю, что получилось в первом кусочке. Рассматриваем второй кусочек в правой руке. Нашли три черные клавиши. После второй из них будет нота ля первой октавы. Дальше до. Обратно ля. Фа. До. Ля. Сразу подсказка. Мы в этом кусочке используем всего три клавиши. Через одну. Здесь мы пропустили по одной белой и играем только на нотах фа, ля и до. Сейчас покажу пальцы к этому кусочку. Начинаем со второго с ноты ля. Четвертым до. Вторым опять ля. Первым фа. Четвертым до. Вторым ля. То есть мы используем только первый, второй и четвертый в этом кусочке. Все ноты в этом кусочке играются одинаково по ритму. Правую выучили. Рассматриваем ко второму кусочку левую руку. Находим две черные клавиши, между ними будет нота ре малой октавы. Добавляем ноту фа и ноту ля. Мы опять пропустили по одной белой клавише между нужными нотами. Берем аккорд вместе. Следующий аккорд мы играем от ноты ля. Это будет наш самый первый аккорд из первого кусочка. Вспоминаем ля, до, ми. Вы его уже знаете. Все, в левой всего два аккорда. От ноты ре и от ноты ля. Соединяем правую и левую во втором кусочке. Отдельно играет правая. На ноту до берем аккорд от ре. Доигрывает правая. На последнюю ноту ля берем аккорд от ноты ля. Сейчас сыграю, что получилось во втором кусочке с движением. Сейчас нам нужно будет еще раз повторить первый и второй кусочек, который мы выучили. Единственное, мы перед первым кусочком добавим в правой руке три ноты. Это нота ре, до, си. Три ноты подряд, начиная с четвертого пальца. Четвертый, третий, второй. Запомнили эти три ноты. В левой руке нам при этом нужно будет взять аккорд, который вы уже знаете. Мы его играли в первом кусочке. Ля, ре, фа. Вспомнили этот аккорд. Теперь соединяем этот аккорд с тремя нотами, которые мы только что выучили. Первую играем отдельно. Ре. На до берем этот аккорд. Си играем отдельно. У нас получился такой кусочек. И после этих трех нот мы повторяем первый и второй кусочек без изменений. Вначале первый. Третий кусочек в правой руке. Нашли три черные клавиши. После второй из них будет нота ля, первая октава. Сейчас мы будем от ноты ля играть подряд по белым клавишам до ноты соль. Играем подряд. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль. Дошли до ноты соль и спускаемся вниз. Фа, ми. Показываю пальцы к этому кусочку. Начинаем с первого пальца с ноты ля. Вторым си. Третьим до. Затем первый палец подкладываем вниз на ноту ре. И разворачиваем руку. Вторым ми. Третьим фа. Четвертым соль. Обратно третьим фа. И вторым.
вторым ми. Показываю ритм к третьему кусочку. Вначале мы играем 4 ноты медленно и одинаково по ритму. Раз, два, три, четыре. Дальше 2 ускоряем. Считаем. Раз, два, три. 2 стремятся к третьей. На третьей у нас остановка. И доигрываем последние 2 ноты. Фа, ми. Фа быстро, на ми остановка. Сейчас сыграю, что получилось в правой руке. Рассматриваем к третьему кусочку левую руку. Находим 3 черные клавиши. После первой из них будет белая клавиша нота соль, малой октавы. От нее строим аккорд. Добавляем си, ре. Пропустили по одной белой клавише между нужными нотами. Это первый аккорд. Чтобы построить следующий аккорд, мы ноту соль передвигаем на одну клавишу ниже, на ноту фа. Остальные мы ноты не трогаем. Это второй аккорд. Фа, си, ре. Теперь нам нужно построить третий аккорд. Для этого мы после самой верхней ноты ре находим ноту ми. И от нее строим аккорд. Добавляем соль, си. Мы снова пропустили по одной белой клавише между нужными нотами. Играем этот аккорд 2 раза. Раз, два. Также сейчас покажу пальцы к левой руке. Первый аккорд можно играть 4-м, 2-м, 1-м. Второй аккорд мы играем от 5-го пальца. 5-й на фа, 2-й, 1-й не трогаем. И следующий аккорд от ноты ми мы играем 5-м, 3-м и 1-м. 2 раза. Левую выучили. Соединяем правую и левую в третьем кусочке. Играет вначале правая. Вместе. Опять правая. Вместе ре и аккорд. 2 ноты в правой. Раз, два. На соль берем третий аккорд. Отдельно правая. И последняя нота в правой с таким же аккордом в левой. Сейчас сыграю, что получилось в третьем кусочке. Рассматриваем четвертый кусочек в правой руке. Нашли 3 черные клавиши, перед ними будет нота фа, 2-й октавы. Идем подряд наверх. Соль, ля. И возвращаемся обратно. Соль, фа. Показываю пальцы к этому кусочку. Используем всего 3 пальца подряд. 2-й на фа, 3-й на соль, 4-й на ля и обратно. 3-й на соль, 2-й на фа. Также показываю ритм к этому кусочку. Считаем до 3. Раз, два, три. На 3-й остановка. Дальше ускоряем 4-ю. 4, 5. 4-я стремится к 5-й. На 5-й остановка. Вот что получилось в правой руке. Рассматриваем левую к четвертому кусочку. Нашли 2 черные клавиши, между ними будет белая клавиша нота ре, 1-й октав. Добавляем фа, ля. Мы пропустили по одной белой клавише между нужными нотами. Играем этот аккорд 2 раза. Раз, два. Играем, как обычно, 5-м, 3-м и 1-м. Теперь соединяем эти аккорды с правой рукой. 2 ноты играет правая отдельно. Раз, два, три. На 3-ю взяли аккорд. Отдельно 4-я нота. И на 5-ю взяли опять аккорд. Вот что получилось в 4-м кусочке. Рассматриваем 5-й кусочек в правой руке. Начинаем с ноты соль. И идем подряд по белым клавишам. Ля, си, обратно ля, затем ми, до, и спускаемся вниз. Си, ля. Показываю пальцы к этому кусочку. Начинаем со 2-го с ноты соль. 3-м ля, 4-м си, 3-м ля. 1-й выкладываем на ноту ми. Затем поворачиваем руку, 3-й палец на ноту до. Используем подряд пальцы. 2-й на си, 1-й на ля.
Также показываю ритм к этому кусочку. Считаем в начале до трех. Раз, два, три. На третий. Остановка. Дальше все ноты играем одинаково по ритму. Вот что получилось в правой руке. Рассматриваем к пятому кусочку левую руку. Нашли три черные клавиши, после них будет нота Си, малая октава. Добавляем к ней Ре диез, черную клавишу, и Фа диез. Берем аккорд вместе. Затем мы строим второй аккорд в левой от ноты Ми. Она находится после двух черных клавиш. Добавляем Соль диез, Си. Нажимаем вместе. В левой два аккорда выучили. Соединяем правую и левую в пятом кусочке. Две ноты играет правая отдельно. Раз, два, три. На Си взяли аккорд в левой. Одна нота в правой отдельно. На Ми взяли аккорд от Ми в левой. И доиграла правая. Сейчас сыграю, что получилось в пятом кусочке. Сейчас обязательно сыграйте третий, четвертый и пятый кусочек, чтобы услышать цельную мелодию. Играю с движением. После пятого кусочка мы должны еще раз повторить наш третий и четвертый кусочек. Только на этот раз третий кусочек мы не будем начинать с ноты ля, мы ее убираем. Сразу начинаем играть с ноты си и с аккорда в левой. Повторяем третий. И четвертый. После этого мы будем изучать новый шестой кусочек. Рассматриваем шестой кусочек в правой руке. Начинаем с ноты соль. Ля, Си бемоль, черная клавиша, Фа, Ре, обратно Фа, Си бемоль, затем просто нота Си, Фа диез, обратно Си и нота Ми. Сейчас покажу пальцы к этому кусочку. Начинаем со второго с ноты соль. Третьим ля, четвертым си бемоль, вторым фа, первым ре. Возвращаемся теми пальцами, которые мы только что играли, по таким же нотам. Второй на фа, четвертый на си бемоль, пятым играем ноту си, вторым фа диез, пятым си, первым ми. Сейчас покажу ритм к шестому кусочку. Мы будем считать до пяти, и ритм у нас будет повторяться из четвертого кусочка. Сейчас напомню. Первые две ноты мы играем быстро, стремимся к третьей. Раз, два, три. На третьей остановка. Четвертую ускоряем. Четыре, пять. Стремимся к пятой. На пятой остановка. Запомнили этот ритм для пяти нот. Раз, два, три. Четыре, пять. Следующие пять нот играем таким же ритмом. Раз. Два, три. На третий остановка. Четвертую ускоряем. Четыре, пять. На пятый остановка. И в конце мы отдельно доигрываем ноту ми. Сейчас сыграю, что получилось в шестом кусочке в правой руке. Рассматриваем к шестому кусочку левую руку. Нашли три черные клавиши, верхняя из них это си бемоль. От нее строим аккорд. Добавляем ре, фа. Берем вместе. Этот аккорд повторяется два раза. Играю еще раз. Теперь нам нужно построить следующий аккорд. Для этого все ноты мы передвигаем на одну клавишу выше. Си бемоль на си, ре на ре диез, фа на фа диез. И у нас получился аккорд от си. Последний третий аккорд строим от ноты ми. Добавляем соль диез, си. Берем вместе.
левую выучили. Соединяем правую и левую в шестом кусочке. Мы будем считать до 5 по правой руке и на третью и пятую ноту брать аккорд в левой. Считаем. Раз, два, три. Вместе взяли си, бемоль и аккорд. 4 отдельно. На 5 берем такой же аккорд. 5. Это первая пятерка. Следующую пятерку так же само. Раз, два, три. На третью ноту на си взяли аккорд от си. 4 отдельно. На 5 берем аккорд от ми. Отдельно доигрывает правая последнюю ноту. Сейчас сыграю, что получилось в шестом кусочке. После шестого кусочка мы должны еще раз сыграть начало нашей мелодии. Это первый и второй кусочек два раза. Первый кусочек. Три ноты в правой руке. Ре, до, си. И мы опять повторяем первый и второй кусочек. Мы уже так играли. Первый. И второй. Мы выучили очень легкую мелодию из «Лебединого озера» на пианино. Если у вас получилось сыграть эту мелодию, обязательно напишите мне об этом в комментариях под видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видеоуроки. С вами была Лима Мьюзик. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам больших-больших творческих успехов!